При всем уважении к Колизею, вот настоящий стадион. Согласен. Спасибо. Пожалуйста. За 41 миллион ты создал команду для плей-офф. Ты потерял Дэймона, Джамби, Эдрингхаусена, Пенью. И ты выиграл больше игр без них, чем с ними. Ты выиграл такое же количество игр, что и Янкис. Только Янкис тратили 1.5 миллиона за игру. А ты платил по 260 тысяч долларов. Я знаю, тебе часто достается, но первый, кто пробивается через стену, всегда набивает шишки. Всегда. Для них это не просто способ ведения дела. В их сознании это угроза всей игре, но на самом деле это угрожает только источникам их дохода. Это угрожает тому, как они ведут дела. И каждый раз, как это происходит, будь это правительство или бизнес, или еще что-то, люди, в чьих руках бразды власти, кто держит руку на выключателе, у них просто слетает крыша. Теперь любой, кто не разгонит свою команду, не перестроит ее, используя твою модель, просто ископаем. Они будут сидеть в полной заднице в октябре и смотреть, как Бостон Ред Сокс выигрывает мировую серию. Что это? Я хочу, чтобы ты был моим генеральным менеджером. Как Бостон? Впечатляюще. Генри сделал достойное предложение? Неважно. И сколько? Неважно. Сколько? Ты станешь самым высокооплачиваемым менеджером в истории спорта. Что с того? Я однажды принял решение руководствовать деньгами. И поклялся больше этого не делать. Ты уйдешь не ради денег. Нет? Нет. А ради того, что они символизируют. Как и любому игроку, который много зарабатывает, тебе приятно, что тебя ценят.